продовжимо програму «Новий день», і у нас у студії дуже активні і дуже позитивні гості. Так, ви правильно зрозуміли, у нас у студії гості. Гості з подарунками, гості з новорічним настроєм і у творчому, з творчим запалом. Отже, це актори і автори студії 512. Якщо ви ще не знаєте, то знайомтеся. Олександр Коваль і Віталій Пак. Доброго ранку. Доброго ранку. Обіцяли, що буде троє, а прийшло всього двоє. Один проспав. Не, ну навіщо ви одразу проспав? Ні. Він займається другими ділами. Нам же нужно його как-то выгородить. А спати, як вам зручніше працювати, зранку чи ввечері? Ну, вообще-то, удобнее, наверное, ночью работать. Потому что утром хочется спать, и днем хочется спать. То це для вас сьогоднішня ранкова наша бесіда, випробування свого роду? Ну, наверное, нет. Подготовки к завтрашнему концерту мы уже научились и просыпаться пораньше, и ложиться пораньше. То есть нас стимулирует то, что придут зрители, надо их удивить чем-то. Вот мы стараемся. Ну, добре, ми трошечки згодом тоді запитаємо ваші поради, як активізуватися зранку, особливо після свят таких тривалих. Ви, як ніхто, артисти, як ніхто, знають, як зібрати себе докупки і налаштувати. Ні, але приходиться. Але у вас є чудова нагода для того, щоб заради своєї мети мобілізувати всі сили свого організму і добре виступати. Що це за захід? Що за подарунок ви приготували городянам? Віталій, скажіть. Так, звісно. Ми вирішили, що було б дуже неплохо почати Новий рік з якогось позитивного события. І ми вважаємо, що, мабуть, от якраз такий концерт «Старий Новий рік», який організовує студія 512, є таким событием. Там буде юмор, це в першу чергу позитив, да, какой-то движняк, всегда что-то веселое, хорошее. И покажи, Слайс пообещал, да, что номер, да, бомбанут. Саша, какой-то. Покажи движняк. Ну не, поверьте, я вот не движняк, прям не танцую, да. А это вот прям 0,01% того движняка, который будет на концерте, все будет весело, думаю, позитивно. Это не движняк, это еще ранковая разминка. Так, разминочка такая, вилочка. Это такая прицонная еще, даже. Так, а я знаю, що ви просто зараз підготували подарунок для наших глядачів. Я їм обіцяла, відкривала секрет. Ми приготували, бачив, я одразу чомусь на українську мову. Я теж вмію. Ми підготували два пригласительних білетика на наш завтрашній концерт, но, як на Новий рік, як Деда Мороза, ми просто так їх не дадим. Но... Так, давайте скажемо, де відбудеться концерт, коли, що там буде і що треба для того, щоб отримати квитки. І з цього питання ми почнемо. Що треба, щоб зараз наші глядачі отримали квитки? Ну, нужно ответить на вопрос, где, когда, как пройдет концерт. Вот первая шуточка вам с утра. Нет, вопрос будет намного проще. Сколько участников в студии 512? Но мы дадим небольшую подсказочку. Так, але вам треба для цього додзвонитися до нашої студії за номером 76-92-42 і отримати квитки. 76-92-42. Звони, мам. Мамо, прокидайтеся, підтримайте своїх. Ти думаєш, по роумінгу додзвонитися? Ну, мало ли, вдруг вона. Кім Чін проконтролює цей дзвонок? Да, у нас закрита сторона, вряд ли. Извините. Так. Повертаємося. А тепер, де відбудеться концерт і що на ньому буде відбуватися? Концерт буде відбуватися в прекрасному відремонтованому концерт-холі «Юность». Так, там недавно пройшов ремонт, там така красотища. Ми кожен день ходимо, удивляємося з відкритим ртом. Все це начало в 19.00. Закончится оно примерно к 9, там у нас на сайте было написано, что к 11 люди беспокоились, звонили, переживали, говорят, а как же мы домой поедем? Да, не переживайте, домой успеем. Поедем на такси, да. Все разом. А мама прокинулась, почула и уже подзвонила. Мабуть, мама, а может, чей-то тато? Зараз дізнаємось. Алло? Алло, доброе утро. Доброе. Представьтеся, будь ласка. Меня зовут Елена. Здравствуйте. Так, щось мені знайомий ваш голос. Еще раз можно? Це не ви вирішили зібрати всі квиточки? Да, ми вирішили все чисто очень сходить на этот концерт, посмотреть, с мужем отдохнуть в этот Новый год. А як же ви відразу і до кіно підете? Це ви тільки що виграли квитки до кіно? Да. А як ви і в кіно підете, і на концерт одночасно? А, ні, в кіно це не я, ні. Я виграла вас в кіно 2 тижні назад, на греблі ви хотіли. Ну все, тоді я спокійна. Ну що, у вас є нагода
отримати ось ці чудові квиточки, покажіть квиточки і дізнатися, який, чи справді добре хлопці підготувалися, так? Да, у нас є вопрос якраз для вас, щоб ви могли виграти два пригласительних на наш концерт. Як вам фільм «На гребні волни»? Це не дуже цікаво, дуже понравився, захватуючий. Концерт буде, ще... Концерт буде ще кращий. Но без 3D, к сожалению. Да, ну и, собственно, 3D. Вопрос. Вопрос, сколько участников в студии 512? Участников у вас северо, и все почему-то молодые люди. Очень интересно, почему нету девушек в команде. Вы намекаете на то, что можете помочь нам в выступлении? Думаю, я нет, но девушка вам не помешала бы там. Причем это лично вам обращение, Александр. Спасибо, но, к сожалению, Елена, немножечко неточный ответ. Неточный? Нас не семеро, а вот... Почти семеро. Почти семеро, да. Вот прям подсказочка, с половиной. Подсказочка есть в вопросе. Вы хотите подсказку? 512. Там... Да, хотелось бы. Вот сложите циферки из 512 и получите ответ. Это ты прям уже разжевал. Ай-яй-яй. Ничего, я хочу, чтобы Елена пришла на концерт. Человек. О боже, вы угадали! Ой, боже мой! Мы вас поздравляем! Спасибо. Это мама была, Саша. Моя, не, мою маму Галя зовут. Супер, а вот вы теперь можете забрать билеты. Как вы отгадали, скажите, будь ласка, вы стежите за творчеством этого коллектива? Ну, так немножко, очень давно хотелось побывать. У нас есть поклонники. У вас есть поклонницы. Это человек, который следит. Дякую. Олена, что вы можете побажати напередодні концерту ось цим молодым людям? Ну, крім того, що треба завести дівчину в команді. Желаю успехов побольше, чтобы этот год новый был у вас более продуктивный, как много больше концертов, КМНов, развлекали, чтобы нашу страну хоть немного позитива. Спасибо, будем стараться. Вот теперь все, что мы будем делать, Елена, будем делать с мыслью о том, что вы нам это подсказали и пожелали. Да, ну а вам в новом году побольше выигранных билетов на разные мероприятия. Отже, и дивіться телеканал Миколаїв. Обязательно, конечно же. Дякую, Олена. Залишайтеся на зв'язку, дізнаєтеся, як отримати квиточки на концерт. А я зараз пропоную всім нашим глядачам подивитися фрагмент попередніх ваших виступів і дізнатися, що вони втратили, не подзвонивши нам у цю хвилину. Давайте Конечно. Подивимося фрагмент концерту студії 512. Виталий, то, что вам повезло с донором,
Это еще вообще ничего не значит. Тихо, слышите? Паша, так это ж ты делаешь. Да, но вы же слышите? За остальными познакомитесь в процессе. Студия 512, 512 секунд юмора. Засекайте! Ну що, ми продовжимо спілкуватися з авторами і акторами студії 512. Що, справді самі все пишете? Да. Нет выхода. Ну, у нас вот в стезе это юмористическое. Нет такого, что брать откуда-то шутки. Некоторые команды, некоторые ребята работают с авторами, но в большинстве случаев все пишут сами себе. И какие вымоги у вас до жартів? Смешно? Да, один критерий, смешно все. Главное, чтобы было смешно. Я хочу повернутися до фрагменту концерту, який ми ще не побачили, і сказати вам комплімент. Вам дуже пасує такий одяг, такі костюми, дуже красиво. Спасибо большое. Вот на завтрашнем концерте ми будемо виглядати ще лучше. А чим ви будете дивувати, крім костюмів? Ми в зал записали спортивний. Вот до концерта почти вся наша команда ходила в тренажерный зал. Пусть этого не видно, но мы стараемся. Но мы стараемся, да. Но я сподіваюся, что это не найсмешнейший жарт, так? Нет, это вообще не жарт. Мы справді ходили в зал. Жарты будут, бытовые темы, правильно? Ну да, будем такие, стараться... которые вот в преддверии Нового года и вот уже в постновогодний период для людей очень близки. То есть новогодние темы, какой-то бытовой юмор там на уровне семьи, детей и прочее. Вот то, что Николаев сам очень знакомо и, возможно, даже на злобу дня. Сколько готовалось до концерта? Ой, много. У нас перерыв. Ну вообще, если брать перерыв между последним концертом и этим, то... около 2 месяцев. Последний у нас был 14 ноября. Но сама идея вот эта вынашивалась, ну, около года. Да. Втілити її щось заважало? Время. Брак времени, да. Очень много проектов. Наши ребята работают у вас, и вы их не отпускаете на репетиции к нам. Не-не-не. Ну вот. И также есть отдельное выступление, работа есть, которая тоже занимает очень много времени. Ну, поэтому сложно. А вот с завтрашних концертов будет очень много заморочек сюжетных именно. Мы стараемся бить, знаете, не обычный концерт «Тут весна», набор номеров, а вот сюжетная линия, которая будет держать от начала мероприятия до конца, людей в какой-то интриге добавлять вот каких-то юмористических моментов именно за счет сюжета. Сила выстава такая, да? Да, да, юмористический спектакль. Да. Ну, спектакль – это слишком громко. Ну що, наші глядачі вже зрозуміли, що буде цікаво, вони вже хочуть потрапити на ваш концерт і вже дехто має квиточки, так? А тепер декілька таких побутових запитань. От, ви говорили про те, що складно вставати зранку, а наші глядачі, це вже другий день на роботу, після свят. Як вам вдається мобілізувати? Що повертає до життя? На самом деле... отсутствие выбора. Просто я думаю, что в такой ситуации не только мы, а и большинство жителей Николаева, да и, собственно, как и все Украины, наверное, просто с утра нужно на работу, потому что без тебя этот мир никуда. Вот. Ну и на ночь можно выпить чашечку молока для лучшего засыпания. Вот. Чтобы быстрее уснуть. Да. Но, если честно, откроем тайну, мы с Виталей спим до сих пор. Вот мы сейчас вроде как бы разговариваем, но нет. Нет. Нас нет. Да, то есть если вы сейчас делаете вот так, все, мы уснем. А, это шуточка. Нет, я уснул, ну зачем? Черт, надо было договориться. Ну, и также надо понимать, что, Виталя правильно сказал, надо, потому что надо. Вот если ты не сделаешь этого, то никто не сделает вместо тебя эту работу. У нас в коллективе каждый отвечает за определенную свою работу, и мы понимаем, что если я не сделаю, Виталя вместо меня этого не сделает. Каждый ответственен за свою. Поэтому спать долго нельзя ни в коем случае. Слово «надо» – это про вас. Да, ну и плюс ко всему, наверное, нужно любить то, чем ты занимаешься. Вот, наверное, это самое главное. Тогда у тебя есть стимул и просыпаться, и работать, и то есть быть как-то себя держать постоянно в тонусе, и не, чтобы тебе не надоедала твоя работа. Ну, то есть... Да и не только работу, все надо любить. Проснулся, солнышко, я люблю тебя. День, я люблю тебя. Но... Дождь, я люблю тебя. Снег, грязь, я тебя обожаю. Виталик, напиши. Суй таке дуже урочисте завершення програми. Я тебе прошу. Представляєте, всіх простите. Ну що, на цих посмішках, на цих
корисних порадах від артистів, які готуються до концерту, ми завершимо з ними розмову. Але насправді ставимо три крапочки, тому що насправді розмова буде відбуватися завтра на концерті, хлопці. І ми побачимо, на що ви здатні. Ой, страшно ж. Та ні, не бійтеся. Я думаю, що миколаївці дуже вдячні глядачі, так? Так, ну одні з лучших. Ну що, одні з лучших. Ну що, бажаємо успіху, друзі, бажаємо успіху нашим артистам і чекаємо від вас хорошого виступу.